Я сейчас всем все дам. Что случилось? Что ты плачешь? Что опять у вас война? Зависла. Мозги мне не делаем. Оба. Ищи ты такие. Развилочку дам. И тебе сыр сейчас дам. Я всем все дам. Один сек. Держи за рюшевиночку. Держи вилку. Это трындец. На тебе кепуч, твой любимый. Сейчас чеснока дам. Будешь чесноком жрать. Все. Чеснока? Да. Хоть по полдолечки. Дольку тебе. Маленькими вот такими. Чеснок грызи. Я ночью ем холодец. Что еще? Перец? Ребенок просит перец. Кто бы сомневался. Сейчас, моя золотая рыбка, тебе дам перец. Подожди. А, мне его не видно будет. Вкусно? Я знаю. Ешь, да, ешь. Чеснок на потом. Нож у меня. Кто-то сейчас приперся. Молча кушаю. Покажи, покажи. Вот. Жди. Знаю ветка. Тихо. Так, веселее. В следующий раз ты сядешь. Молодец, попробуешь? Молодец. Кружи пельмешек. Мазу походу болту. Вилкой не махай. Мазу походу болту. Никто ни у кого не выпал, не повторяй за Зариной. Козырины выпал. А ей фея принесла конфетки. Вилку так не держи, острым вверх.
закусывай. Жуй и пельмень засовывай в рот. Угу. Всем приятного аппетита. Это посмотрим сюда, папа. Вилка не крути. Вкусные. Ой, еще маленькая нет. Открывай ротик и ложи туда. У меня вообще не можно с перцем. На пельмень прям крошит. Подойди, покажи. Она берет вот так пельмень, еще на пельмень сыпает. Вот сколько мне говорит, не острый. Я вообще не острый. А то, говорю, писать все умею. Дверёного с батоном. Зачем столько перцев для детей? Ага, мам. Тоже? Да. Мама наверное, всегда пьёва. Или как там? Мама нас всегда пьёва. Умница. И еще немного перца, вот такого тоненького соуса и воды. Я чай завезла. Вот вам, Зарина. Сейчас он еще там, видишь, сахар растает. Отсюда чай будешь наливать. Уже готовый, все, с сахаром. А то за каждую кружку бегаете. Пойло берете это. Ты что, положить? Мясо она не ест. Это Максут ест у нас. Да. Я всегда люблю мясо. Я только эти упел. Я думала, она горячая. Так у вас поди болтун ты, блин. Ну, я ее все мясо ел. Оно было очень вкусное. Очень. Офигенное. Я сказала тихо, за столом сидим. А, сыр наложи, Зарин, еще. Не надо, мне еще есть. Не надо. У тебя вон сколько его. На пельмешках бери и кушай. Тысячу раз сказала, вот так не держи. Еще раз увижу, заберу вилку. Он даже пешку не умеет. Из этих макаронов тоже идет вода. Я когда так ела маленькая, мне папа всегда говорил, что голову поддерживаешь, отваливается. Отца вспомнила. А у меня в садике был праздник. Какой праздник у тебя был, расскажи. День рождения, Максута, ну, верно. Ну дай ты ему рассказать. У него праздник был, нет, не день рождения, Залюша. Там мы пошли на скульптуру. В зал. На зал мы пошли. В зале. В театр-то приезжала, говорила. Нравилось? Нет. Не понравилось? Там она другая была. Там тетенька была с микрофоном и с колонками. А там дяденька. А потом там и сиська была. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. И там еще вот. Ой, вот так вылупилась. Ты мне заедешь в глаз, у тебя мамка будет одноглазая. Дрон батон. Сиди, сиди. И там
сейчас свечки засну. А тетенька сказала в микрофоне, нет, нельзя. А потом мы сыграем вот эту. Поймешь, кого он вот накается. А меня такая мне другую затянули. А меня потом. Что сейчас у меня-то? Чесночок откуси. Что они там меня вот поймали? Держи. Я вот так сделал. Держи. Я сейчас чай налью. Дай мне игрушку. Когда наливать будешь, трогай, чтобы он был не горячий. То хапнешь и вдруг выжгешься. Это я на носике синий. Дай мне больше горячий, я подожду, куда стоит. Хорошо, конечно. Ой. Так вот это его убрал чеснок, что ли? Ты убрал чеснок с вилки, что ли? Нет. Что, блядь? Кушай, болеть не будешь. Зима на дворе. Его кушать нужно. Мама круглый год его жрет. Вот, давай, откусывай. И пельмешек сразу же. Что-то садик не просит принести. Обычно просят. Им на обед дают. А, не на обед дают, а не знаю, короче. Вешают там куда-нибудь, замачивают. Муха вырастет. А садик, когда ходила, нам дольки эти в суп бросали, как бы, чтоб супом съели, прям в суп. Помню. Что? Ну, нельзя говорить о том с едой, а то муха зайти. Конечно, навозная. И будет во рту зузать. Чеснок съела. Ведь молодец, кушай чеснок. Так и живем, как все. Мы и не жалуемся. Того и вам советую. Ем чеснок, чтобы не заболеть. Давай, доедайте. И еще вот. Еще на потом оставлю баночку. Удобно? Ладно, попрощайтесь быстренько. Ой, извините, пожалуйста. Извините, маму. Поняли? До свидания.